Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, друзья, это устройство Realme Band. Сейчас я покажу вам, каким образом нужно сделать полный сброс абсолютно всех данных, всех настроек с этого устройства. На самом деле это не очевидно и не так-то просто, как кажется. Вот сейчас они, допустим, эти часы подключены к другому телефону, да, и нужно сделать полный сброс для того, чтобы переподключить к своему. Что для этого нужно? Для этого нужно снять ремешок. Вот таким вот образом. Затем зарядный блок. Видите, это может быть ноутбук, ваш компьютер. Вставляете часы в него, чтобы они начали заряжаться. Они подадут вибросигнал, когда зарядка начнет работать. Итак, затем нажмите и удерживайте кнопку по центру. Не получилось. Секунду. А, нет, все-таки получилось. Вот он временно не работает. И сейчас он перезагрузится. Все. Часы перезагрузились, два раза завибрировали, отпускаем кнопку. Все, часы сброшены. Не обращайте внимания на то, что есть шаги с прошлой сессии. Все нормально. Зато теперь ваш телефон, если вы установите Realme Link, откроете его, вот ваш телефон уже видит здесь сразу автоматический Realme Band в устройствах поблизости. И теперь уже, когда вы находитесь поблизости, нажимаете «Да», мол, мы хотим... Ой, еще раз. «Да», мол, мы хотим подключиться. Вот. Нажимаем «Начать», мы со всем соглашаемся. И теперь смотрите, если зайти теперь в «Настройки», в самый низ и нажать удалить устройство, то смотрите, что произойдет. Ну, удались. Тупое приложение, если честно. Вот после того, как вы уже удаляете приложение, идет синхронизация. Давайте пусть он полностью синхронизируется сначала. Дождемся минутку. Вот, теперь заходим в настройки, вниз, нажимаем на кнопочку «Удалить». Все, устройство было удалено. И вот теперь, когда устройство было полностью удалено, теперь мы видим, что у нас здесь 0 шагов, только поскольку устройство удалено, у нас яркость ужасная, потому что заброшены настройки до параметров по умолчанию, у нас здесь 0 шагов и все настройки, ну, как я и говорил, сброшены до параметров по умолчанию. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!